все может быть. Да. Что сбывалось? Я загадывал маме телефон, и она мне подарила. Не всегда оно сбывалось. Да, особенно если напишешь, зажжешь, и во вселенную все сбывается. Ну, наверное, когда-то в детстве, да, сбывалось. Чаще, чем нет. Ну, это так, как сказать, ну, частично. А что сбывалось? Ну, как бы такое вот, я с кем-то хотел там пообщаться и так далее, ну, к примеру, хотя бы, чтобы прошло быстро в голову. Ну и сбывалось, да. Ну, как-то так я не припомню, чтобы очень что-то загадывали. Так. Что не припомню такого? Сбывалось. Что это было? Ну, это было мое желание, оно сбылось. Конечно. Что ты загадывала? Я загадала AirPods, планшет и телефон. Купили? Да, купили. Ну, когда-то. Когда-то в молодости что-то сбывалось, сейчас очень тяжело. Не помню. К чему-то это... Чтобы что-то сбылось. Да, да, конечно. Что загадывали, что сбывалось? Не помню. Это было... Ну, были некоторые моменты, когда очень хотелось, например, какую-то одежду купить. И вот, да, просыпаешься, и оно вот лежит у тебя под елкой. Да. Что загадывали, что сбылось? Я не могу, это секрет. Это личное. Конечно. Вот я в том году загадала, типа, любовь встретить свою. Ну, типа, нет, соврала. 2 года назад. И это сбылось, в принципе. Также загадала, чтобы у меня был братишка, и оно так и получилось. Типа, ну, сбывается много что. В принципе, да. А что загадывали такое, что сбылось? Ну, в общих чертах, глобально. Чтобы все у меня было хорошо.